нас 30 апреля 2024 год. Это я нахожусь на лагерном пруду, вот где крещение у нас обычно проходит. Вот здесь вот шланги лежат, это я оставил с осени. Как положил их потом забрать и забыл про них. Ну, то есть беспечность моя со своим забвением. Вот хотел показать, что там как клещей. Много сейчас. Я обычно еще иду, смотрю. Они вот любят вот такие травинки высокие. На них сидят там на кончике и ждут свою добычу. Ну, я что могу, просматриваю перед тем, как шагнуть. Чтоб, если что, обойти этого паразита. Ну и каждый раз смотрю на штаны свои. На ботинки, на штаны. Чтоб сразу их увидеть. Вот он сидит. Вот он. Ждет, не дождется. Ух, кровопийца. Ну так ему Господь заложил. Ничего не сделаешь. Он бы мог сказать, что, а что, я разве в этом виноват? Меня таким Господь сотворил. Так. Это вот раньше было, когда еще деревни, видимо, не было. И вот была старая баня. Вот здесь вот. Вот эта яма. Она была из пластов сделана. Вот здесь вот, видимо, зимой братья тут занимались. Деревья поспиливали сухие, которые были. Они тут стояли уже. Как, какие-то памятники. Вот, и сучки эти все убрали. Это хворост-то хороший, сухой прямо, видно, что серенький. То есть отлично будет, на растопочку пойдет, если его домой притащить. В основном, конечно, бобры поработали. И почему? Из-за воды, и из-за бобров еще деревья сохли тоже. Бобры дали работу. Вот он тоже опять сидит. Не знаю, камеру видно будет, нет. Вот он. Ползет коричненький. Вот палец мой где. Вот она. Еще он цепляется лапками своими. Я вот так штаны осматриваю каждый раз. Лучше, конечно, всего сапоги одевать, но я вот не одел их. Чтобы в ботиночках на велосипеде. А про эту тварь такую мелкую не подумал даже. Вот уровень воды здесь. Сейчас я пройду дальше и посмотрю, что у нас дальше тут происходит. Придется пособирать этих паразитов на себя. Это я на велосипеде вот езжу. Вот они, подснежники наши местные, желтенькие красавицы. Все. Вроде бы ни одного не зацепил. Это у нас вот тут лагерный огородчик. Видно, что тоже пострадал. Ветра сильные. Вот ну, крест стоит. Там верхняя такой что-то перекосила ее. Это яблоньки. Вот это высокий кустарник, это крупные. От которого поменьше, это желтый. Вот такой ветер. Сейчас будет плохо слышно. Это вот облепиха стоит. Мы уже который год ее не едим. Потому что не успеваем, она ее выклевывает птицы. Это вот ерга. Ерга, если правильно писать. Вот тоже ветер постарался. Завалил забор. Столбушки подгнили. Видно, что никто их не ломал. Вот они сами подгнившие упали. Раз, два. 4, 5. Это только здесь. Еще на той стороне, я смотрю, там пробелы есть тоже. Вот, и здесь вот упало. Тут кроты, конечно, у нас стараются вовсю. Работящий народ. Трудится. Только человек это не на добро получается. Вон какие кучи. Сделали большие. Это вот у нас вход был здесь. Второй, там первый был, где крест. Туалет стоит.
несмотря ни на что. Здесь вот старая раздевалка до сих пор завалившаяся стоит. Это новая стоит. Где-то я тут, помню, плот оставил. Скорее всего, его, наверное, куда-то уже утащил. День стоит в какой-нибудь гавани. Вот, о, тоже крест упал. Да, но если крышу сорвало, у нас, понятно, там ветер сильный был. Тоже столбушок он подгнил. И все, и лавку сразу вырвало все. Длинная лавка вот была. Поверх этих столбушков, видимо, еще. Так, что у нас с пирсом? Пирс у нас вроде бы стоит. Ну, кое-где эти поломало, да, поперечины связующие. Сам пирс болтается, конечно. Ну да, его надо будет подделывать. Чувствуется, что ползет вниз. Бачки там стоит, пирс его. Вот. Это старая береза засохшая. Так, я каждый раз осматриваюсь, где эти гады. Так. Надо ходить, конечно, где трава поменьше, но иногда тут не пройдешь. Все зависит от того, где косится, там хорошо. А где вот не косится, там трава высокая сохраняется. А вот где вот коровки тоже протоптали, но тут трава опять наклонена. Вот он сидит. Добытчик. Вот я тут и стараюсь их обходить, этих, которые увижу, конечно. Клещ это все-таки, хоть он маленький, но очень может сильно пострадать от него человек. Потому лучше лишний раз обойти его. Вы, говорит, меня не трогайте, я вас не трону. Здесь низинка, вода стоит, потому вот прорастают кое-какие деревца, которые мы когда-то либо садили, которые еще бобер не доел, бобры, может, еще кто-то грызет. Вон они, птички плавают, я их приближать не могу, у меня тут камера иногда барахлить начинает. Красавицы синенькие такие тоже у них, бока есть. Это вот солома на случай прорыва лежит запасенная. Ну, посмотрим, как здесь дело обстоит на этом пруду. Вот он сидит тоже. Обхожу их. Когда уже внимательно смотришь, уже глаза бросаются этих клещей, где они находятся. Так, ну здесь вот низинка. Вроде бы тут промыва нигде нету. Так, тут только, может, когда-то было, видимо, промыв. Сейчас тут сухо. Посмотрим дальше. Свежая работа бобров. Вот они, их зубки. Главное покрупнее. Милость им не надо. Вот он завалил тоже веточку хорошую. Он еще вот за след. Тут ходит. А, вон он на что покусился. На больше дерева. Еще и это свалит здоровое тоже, которое. Оно и так-то, как говорят, наладом дышит.
хочется жить. Это у нас раньше был здесь старый слив. Бетонно его зарыли бульдозером. А тут была ложбинка, вымытая водой. Вот он здесь остался. Вода стоит долго здесь. Если там карасики не заплыли, они могут там находиться. Так, каждый раз осматриваюсь. Не ползет ли какая клещ какой-нибудь. Они сидят. О, здесь чувствуется, что что-то было. Просто что-то сырое. Или этот, вот он бобер вылазит здесь. Видно, что сырой участок. Там вот кора погрызена даже у метлы. Вот он пошел здесь. Что-то тут кто-то что-то рыл. Может, вода уходила уже, не знаю. Сейчас пока ничего нету. Тут видно, что вода шла. Вот здесь вот вдоль дамбы. Посмотрим все это. Вот тоже вон он выход. Видно, что сырой. Тоже бобер старается. Вон они, утки полетели. Что скажешь, что не скажешь. Хозяин еще без нас. Так-то вроде бы нету промывок самой дамбы. Какая-то гусеница ожила, болтается на ветке. Везде у них залазы, лазы эти. Вот он сходит спокойно, как вылазит. Тут их целое семейство, то есть у меня один тут. Веточки все поскашивал, даже маленькие. А вон вода еще идет. Посмотрим, где она проходит. Эту пока не трогает. На прозапас, видимо, оставил. Ага. Вода идет по сливу. Через эти две доски, которые были установлены. Это радует. Не где-то. Вот. Нашел еще пару клещей на себе. Пока тут шел по высокой траве, они нацеплялись у меня тут. Ну, в принципе, нормально. Уровень тут нормальный. Еще где-то утечка проходит, но, по крайней мере, я не видел, только здесь. Это в гавань вода заходит тоже. А, во, увидел мой плот. Сейчас попробую до него дойти. Не знаю, как я смогу, не смогу, чтобы мне не брякнуться вместе с камерой. Боже, помощи, мы пройдем. Да, вот тут видно, что даванула доску. Конечно, не рисковать. Он ее подвыкрывал. Может, было у меня. В принципе, я не знаю, он там в камышах, может, видно. Вон он у меня вот стоит. Он вроде целый. Сейчас опять доставать его только. Ну все, вот так лагерный пруд, чем как он выглядит. Слава Богу за все. Аллилуйя.